Привет! Недавно заметил, что спросом начали пользоваться вот такие кухонные весы-ложка. Мне всегда казалось, что они не особо удобные или точные, поэтому решил протестировать их и заодно вам показать. Ссылку на весы оставляю в описании. Начнем. Пришли в картонной коробке. Внутри инструкция на английском. Батарейка CR2032 и сами весы. Дисплей у них небольшой, 10 на 30 мм. Максимальный вес 500 грамм, а шкала деления 0,1 грамма. Но существуют и другие конфигурации. Весы можно даже калибровать 200-граммовой гирей. Для этого надо нажать и удерживать кнопку MOD. Всего рядом с дисплеем три кнопки: MOD, вкл-выкл и она же обнуление тары, и HOLD, фиксация показаний. Корпус сделан из качественного пластика. Он плотный, ничего не скрипит и нет зазоров. Есть проушина, чтобы повесить эту ложку рядом с другими кухонными принадлежностями, а с внутренней стороны чаши есть почти незаметная шкала миллилитров. Весы автоматически не включаются и не выключаются, все делается вручную. Как можно заметить, если держать ложку в руках, то вес может немного плавать, поэтому они и показались мне не очень точными. Но так ли это важно для кухни? Я решил взвесить немного риса ложкой и сравнить показания с обычными кухонными весами. Давайте посмотрим. Итак, на обычных весах у нас 504 грамма риса. А сложив все показания весов ложки, получаем 506 грамм. Абсолютно несущественная разница. Насчет мойки, они не водонепроницаемые. Окунать в воду нельзя, но чистку влажной губкой переживут спокойно. Ставьте палец вверх, если видео было полезным, а поддержать канал можно комментарием. Спасибо, что смотрели. Пока.